Друзья, всем привет! Смотрите, такой процесс, ремонт дивана нового, да, ну, небольшой брак здесь, надо перекинуть ноги на другую часть дивана, на другой, короче, на другую деталь. И вот, смотрите, процесс откручивания ножки. Смысл видео в чем? В стандартной бите и в нестандартной. И вот стандартная бита, обычная длина, вот из такого набора. Вот откручиваем вот эту вот ножку, это корпус ножки. Вот, он просто прикручен на саморез, вот, обычной битой. Далее, вот здесь, вот в глубине саморезы. Их надо выкрутить. Вон они, в глубине. И вот тот самый случай, когда стандартная бита не спасает ситуацию. Смотрите. Раз, и уже патрон сюда не вмещается. Я не могу поймать, захватить эту биту. Вот там вот, видите, мимо все. Мимо. Что нас выручает? Сейчас я вам покажу. Нас выручают вот такие вот длинные биты. Смотрите, вот. Для чего они нужны? Задавались вопросом. А вот как раз для такого случая. Смотрите сюда. Вот. Бита позволяет шуруповерту нормально подлезть к саморезу. Причем они там так глубоко, что их нужно еще и подсветить фонариком. Вот, фонарик всегда выручает. И вот такая бита. И на откручивание срабатываем. Вот, спокойно. Вот, раз, вот. Вот такой длинный саморез вот здесь. И вот тут вот он загнут. Никакая короткая бита или средняя стандартная сюда не подлезет. Следующий саморез. Это вот простой процесс в мебели. Это видео для тех, кто противник того, что нужно много инструментов. Вы простой отверткой просто сюда сможете подлезть. Но когда шуруповертом, вы не подлезете. А простой отверткой вы замучаетесь это все дело откручивать. Это 100%. Вот такие длинные саморезы. И вот такой длинной битой все это выкручивается. Вот из такого бруска, который в диване как бы стойка. Ну, зашито все здесь, вот степлером пробито. Вот, собственно говоря, видео было вот про такую вот биту. По сравнению вот с такой, смотрите. Вот стандартная, а вот удлиненная. Ну, не обязательно такую длиннющую, конечно. Можно, вот есть тут варианты и такие вот, смотрите, размеры. Ну, вот это вот выручит в каких-то ситуациях. Вот это, вот видите, какие они. Вот такой комплект, я считаю, что это не помешает в наличии у мастеров. Небольшая такая подсказка. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Всем пока.